Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и сегодня, ну, мы продолжаем проходить серию SM3, сегодня на очереди у нас DLC «Жемчужина Нила». Поехали, собрание богов. Но я его буду проходить также на новичке, как я все остальные проходил. Вот. Потому что, не-не-не. No. Ты про DLC вообще не знаешь, что как. Потому что в игре это закончилось все. Это приквел приквела. Set a course for R&R. You read my mind. I'm thinking massage, steak, hot tub. Or maybe it should be hot tub steak. Oh, not so fast, Kimasabi. I got orders coming in. Wilson here, I copy. Roger that, HQ. We're on our way. What now? I'm supposed to take you to file. Looks like the time lock didn't come online as it was supposed to. And that's my problem, how? I don't give the orders. They're saying there's a temple there. They think we'll let you turn it on. Sorry, Sam. We need you to just finish this out. You're our only guy in the area right now. I'm flattered. You should be. The two Syrian generators you turned on didn't start the time lock. Hey, I didn't design them. But we think we figured out the problem. Let me guess. There's a third generator. I wish it were that easy. It looks like there's a safety switch on file that prevents the time lock from activating. Kind of like a failsafe. Failsafe? Is that some kind of vault you keep all your fail in? Because I love you, Quinn. But a failsafe is sounding more and more like an apt description of this mission. Where is this switch I'm supposed to flip exactly? Is this перевод? We... You don't know, do you? We know what island it's on. Glad I'm going into battle with a clear plan. Ну, короче, нас подобрал этот чувак перед тем, как нас сбили и в пустыне мы все проебали. Типа, вот что было, мы залетали еще одно дополнительное задание выполнить. Понятно. Но у нас по-прежнему нихуя нет. If you need me, I'll be at 20,000 feet, headed the hell away from here. Love you too. Я тебя тоже люблю. Не, ну по-любому должно быть что-то тут. Так, стоп. Я был там, да? Так, сейчас мы сделаем вверх F6. Либо меня кто-нибудь схарчит тоже. Просто невидимая стена, окей. Пау-вау-вау-вау. Какую-нибудь оружку-то можно, нет? А судя по музыке, уже враги первые, а... Может там что на... Да, вот там наверняка есть все-таки такая пальмочка торчит приметная. Ну, поехали. Будем ориентироваться вот по этому острову. Если он будет приближать, ну типа за кадр уходить, значит нормально все. Ну, такие секреты это как раз просто. А кстати, оказывается, выяснилось, да, я забыл в прошлом видео сказать, что этот... Плазменная пушка и снайперская винтовка, они есть в третьей части, но они в секретах запрятаны, и поэтому, типа, хуй тебе врыло, сраный урод. Ну и чё? Все, просто приколюх. Ну да. Там оружие какое-нибудь. Не, забавно, не спорь. Почему меня так и удивляет и, можно сказать, бесит? Он, кстати, не вез ничего на своей лодке, поэтому... Почему так удивляет и, можно сказать, говорю, бесит этот... вторая часть, потому что, ну блин, они же могут смешные шутки.
Это самое обидное. Не то, что типа на тупое говно. Да сейчас я, господи, дайте мне хоть что-нибудь там. Смогу я сорвать всех голыми руками, но... Окей, поехали. Там, вижу, что-то уже валяется. А, ну, отлично. А, понял. Я и забыл, что у меня есть такая штука. Так, как-то можно наверх. Ёбана макака. Так, ну, естественно, здесь все заперто, да? Или подожди. Там много чего вкусненького. Окей. По идее, кувалдоми там расшибить можно. А, ну-ка. Может, сарай? Ага! Да хорош! А чё так? Реально он с одной пули ложится? Чё там? Пистолет? Голова ракетчика. Это мы все читали. Не, я хочу туда попасть. Опа! А там что есть? Да хорош! Всего полезного, ничего забрать нельзя. Так, это буй, за него очевидно нельзя заплывать, да? Ну-ка, давай-ка заплыв... Айси, заплыв. О! Прикольно. Так, ну вопрос сразу. Окей, ладно. Значит, реально нужна либо кувалда, либо найти ключ. Вот не знаю, вот... Надо туда плыть, не надо. А! Пока что плывем. Они такие секреты любят, поэтому... А тут дальше видимо стена, прелесть. А, туда, значит, даже не поплывем. А не зря на тот островок ткнули пальму, чтобы было понятно, типа, надо сюда. Это что думать, трясти надо. Где все позапирали? Посмотри на них. Что это такое? Ребят, дайте ключи. Смотри, что творят. О! А-а-а.
Самый обычный топор, можно рубить дрова или кромсать врагов. Обычно держат за это место. Ну, с логотипом Сэма, вы о чем вообще? Рубить вот этим концом, желательно не себя. А! Серьезно? Сразу деревянный сарай заколошматит. Прям неспроста кажется, что-то с этим будет. Ah, the key to the city. Always wanted one of these. Ну да. Еще хрень. Дорожит с припасами. Вау, что это я туплю-то? Ну поехали разживаться. Ну, парни меня там будут ждать. В принципе, разница не особо сильная с этим. А, блин. С кувалдометром? Куда? Так что особенно смысла юзать топор я не вижу. Так, а внизу было что, я не помню. Не считая входа, куда надо. Сейчас, парни, погодите. Хотя ладно. Как раз там дофига было ящиков. Ну как, ну ладно. Опа. Чё там? Смотри-ка, снайперка. Возможно, мне здесь наконец дадут и эту погонять не только в тайнике. Кака! А, вот, снайперская винтовка, я же не читал. Снайперская винтовка и хищник — один из самых мощных видов огнестрельного оружия. Шестнадцатимиллиметровые пули, покрытые слоем кевлара, способны пробить почти любую броню. Оптический прицел с плавным увеличением изображения обеспечивает широкое поле зрения и позволит максимально прицелиться.
Автоматический стабилизатор и улучшенная система подачи боеприпасов позволяют расстрелять целый магазин, не отрываясь от оптического прицела. Отлично. Так, а там? Еще сарай вижу. О! Ну и чё, залез ты наверх, и хули мне теперь с тобой делать, типа, да? Джип, я тут! Э! Он реально туда внутрь забежал, бедолага. Выпускай. Ну что, у него там гнездо. Что ни на есть в худшем смысле этого слова. Отнюдь не означающим половую ориентацию. А! Не, ой, что это такое? А, просто силовое поле, которое, типа, чтобы я не выбежал раньше времени, ёб твою мать. Мама. Давай попробуем. Как я прямо успел. Капец. Свезло. Так, мне кажется, или это были патрончики? Да. Оу, yeah, baby. Так, и все, да? Больше, по-моему, нигде никаких мясораев не было. А, нет, тут еще один. Там еще. У них в основном везде картечь. А, это я уже открыл. Отлично. Че? Ну, конечно же, куда же без самого лучшего, что было в этой игре, без слонений по темным коридорам. Именно этим запомнился оригинальный третий серьезный Сэм. Именно это просто необходимо было добавить в DLC, прям вот, вот прям обязательно. Sam, are you inside the temple yet? We don't have much time. Nice cans. Excuse me? On the statue. Hellfire better watch out. This one's stacked like a tree on Christmas morning. Glad we could find something that could get you interested in history. Wait a second. Does she have wings? Not where I was looking, but yes. That's Isis, the goddess of fertility. I can see why. We need you to focus, Sam. Get that statue and put it on her plinth. Plinth? Plinth. Her pedestal? You know, in the temple? On the surface.
не то, что я разглядывал, ну да. То есть, интересно, больше одной локации? Или сейчас мы только вот здесь поураганим и все, и на этом все кончится? Сейчас иду, что ты там, Ой. Уже ждут, уже прям стоят и такие, ну давай же, Сэмушка, ну вылези. Ну дай же нам пиздюлей. Ща, ребят, не смею расстраивать. Дроби здесь овер дохуя, надо пиздить их всех с дробовиком. Так, вы что, засаду организовали, да, красавцы? Молодцы, ребят, молодцы. Еще один сарай. Хнум, что ли, брат? А, я не хнум этот. Биомеханоид. Так, ну есть ракета же, да, еще? О, не. А, и там еще сарай, точно. Хорош, брат. Все эти надписи можно было читать. Все эти надписи, которые появлялись, и все можно было читать. Как говорится, узнал я об этом очень уже поздно. Вообще, когда все прошел. Сейчас, пацаны, проедите. Сначала надо более серьезных дядь. Спокойно. Ну, что ты перестал бежать? Окей, так, где-то здесь в храме пьедестал. Храм, наверное, вот это. Поехали. Что там? Где? Где? Все? Все сдохли, кроме того, кого я швырнул. Я просто не очень понимаю, куда его поставить. Thank you.
храме наверху. Где конкретно в храме наверху? Я нигде не видел постамента, честно говоря, под эту статую. Ну, поставит, так понимаю, он сам. Пойдем. Да. Что? Сейчас только 26 минут, да? О! О! Так. Тут я был. А, нет, вот тут я не был, но... Это мало что меняет. Пацаны, подсобляйте, я не понял ни хера. Где фреймены? Все остальные поднялись. Теперь на каждого надо поставить, что да, в них что-то валяется. Чайк еще. Так, вот это хотя бы знаем примерно где. Люди разговаривают, дядя, не надо лезть. Можно получить поебальничек. Так, а... Все-таки я не очень в результате понял, где она вылезла. Вроде бы понятно, а вроде бы и нихуя не понятно. Что найдем? Тоже, видимо, все надо поотносить в храм. Просто, наверное, в разные места надо будет их ставить. Ага.
поехали. Опять же, примерно только помню. Кстати, да. Ты что, один на другого напал, или? Они ты просто лично. Иди отсюда. Опять с двух зарядов на стволке падает, я не понимаю. Давай, где там еще? Да хера их еще. Чем как кажется, время медленно идет. Вроде нормально. Ну мы поняли, давайте мы не будем это целиком смотреть. Смотрели, куда их ставить-то потом. А, ну еще две, да. Раз, два, да? Так. Ну ладно, все будет пиздец. Так, не-не-не, стоям, ну-ка нам. Убежал вообще. Она в панике просто такой бежит, и типа. Ой, идите нахуй. Ах ты ж, бледина! А, то есть это понятно. Финальный, видимо, мне. Да, так, это я понял, где, это я понял, где, да, все, давайте. Окей, поехали. Потому что они тут стоят. Оказалось, нет. Так, во-первых, не, подожди. Thank you.
пистолетика-то не хватает, а? 82. Автоматика. Бля. Плавать мы не умеем. А не умеем. Чё, водичка ж нормальная, чё ты? Шопа сушеная. Возьми. О, здрасте вам, прилетели, сели, как говорится, блядь. Это ну, замечательно упорылом в фильме. Не, ребят, нахуй, 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 блядь. Оп. Все. Черт, они нашли ко мне дорогу. Еще один живой убегает. Окей, F6. А где она? Так, и... What's happening, Sam? Come on, you're my eyes and ears here. Some kind of stone lozenge just rose up out of the floor. That's the seal of Isis. It should unlock the door to the next chamber. Так, теперь вспомни, где у меня была был спуск вниз. Ну, хотя бы одного этого зеленого грохнуть надо, почитать, как его, что про него здесь напишут. Там-то его не было. А, примитивная раса системы Алдурана в созвездии Большого Пса, которая согласилась воевать за Ментала в обмен на возможность овладеть магией. Эта раса ведет свое происхождение от странной ветви шестипалых рептилий. С годами они эволюционировали и обзавелись четырьмя руками. Поскольку рептилоиды происходят из пресмыкающихся, они обладают крепкой чешуей, что очень помогает в любой схватке. Они могут бросать магические самонаводящиеся шары из их рук, но ты сможешь сбить их в полете. Можешь сбить их в полете. Так, ну давайте мы, короче говоря, прямо вот на этом замечательном чуваке и закончим. Вот. Я не знаю, сколько там будет серии это занимать, но я думаю, не больше двух.
Вот так, все, ссылка есть в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал душевные игры Роза Парацельса и Капов Крип, щелкните на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах и рассмотрите возможность поддержать канал материально, ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры и всем пока. Так, еще начну сделать сейчас. Такой оп, оп, вот так вот, сохранился. Все, всем пока.